мне сейчас немножко подучиться, но это тот же самый компьютер. Давай я тебе помогу. Да, конечно. Здорово, Александр. Да, до конца. Ну, давно я тебя не видел. Ну, ты видишь, на двух работах. На трех. Александр, да. Там ботинки купил какие хорошие. Какие, в Испании. Был на том месте, где народ давил террористов. Ой, понравился, как там хорошо. Вот смотри, какие карты я там купил. Вот смотри, карты какие в коллекцию. Осторожно, они просыпятся. Пластиковые. Это испанские. Испанская бараха называется. Ну что у тебя, молодежи, вы что, там что-то? Ну, не, да, заезжай в гости. Это когда я тоже Ты тоже загруженный, да? В субботу работаю по 6 лет, по 7, до 2 часов. Лёш, да не надо сегодня. А я прям очень, мне так понравилось там. В Испании, в Испании. В Испании, понятно, за границей. Я через Москву. Чтобы на импортном лайнере лететь, что не наш, хоть вот, на них боюсь. Можно было, да? Можно, можно было из Самары. Ну ты с женой ездил? Да, а сколько? На 10. Санта Сусана. Ну что, Маша, ты что? Да. Ты что, еще? Переездом совсем. Да, еще там потратил сколько, понимаешь? Держи! Там все хорошее. Все включено, шведский стол. Это все было. Но выпуска нет. Выпуски каждый вечер там, пожалуйста. Нет, сюда не интересует. Ольга там чуть-чуть выпивала.